выгляни в окно. Дарю тебе лучик, лови. По настроению жителей видно, что приемка явно прошла успешно. Двор осмотрели, недостатков не обнаружено. Пасмурная погода собственникам пошла только на пользу. Лужи пейзаж подпортили, зато удалось проверить работу нового водослива. Ефремовцы рассказали, что еще полгода назад двор больше походил на парковку. Сейчас общественное пространство полностью переоборудовано. Наверное, мало кто верил, ну а верил, если кто, с большим трудом, что на этом месте будет замечательный асфальт, замечательное благоустройство, детские площадки и все прочее, прочее. Все мы это сегодня с вами увидели. Я как депутат и Сергей Григорьевич как глава будем и дальше в этом же направлении работать, чтобы в нашем городе как можно больше появлялось благоустроенных улиц, благоустроенных дворов. Примечательно, что приемку жители проводят уже не в первый раз. Накануне их дома капитально отремонтировали. Цоколь, фасад, крыша – все было восстановлено также по федеральной программе. Делали хорошо и быстро по тем срокам. Ну, наверное, где-то в июне начали, в ноябре закончили. Я считаю, что это небольшие сроки. Но самое главное, что сделали, все прекрасно. Сколько нужно лавочек, где установить детскую площадку или какого цвета должен быть забор? Корректировки в проект вносили только при согласии жителей. Даже несмотря на то, что финансовые вложения со стороны собственников не потребовались. Что касается вложений в эту дворовую территорию, она составила более 8 400 000 рублей. А с финансированием администрации составила чуть более 2 400 000. Остальное это федеральные средства, которые выделены на вот эту вот программу «Комфортная городская среда». Напомним, что месяц назад, сразу после открытия набережной, глава городского округа Сергей Балтабаев и заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров проверили качество работ на улице Ломоносова. Тогда было отмечено, что программа «Комфортная городская среда» будет работать и в следующем году. Планируется благоустроить порядка 25 дворов и территорию общественного пространства, тротуар на улице Дружба. Илья Логинов, Сергей Давыдов, новости Тулы.